Доброго вечора. Це програма «Прайм-аналітика» і я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії політолог, кандидат філософських наук Олександра Шмеділова та політолог-міжнародник, кандидат політичних наук Максим Ялі. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Вакансії скоро закриємо. Шмигаль про доукомплектування уряду. Порошенко знов сходив на допит у ДБР. Квітучий шафран. На Закарпатті цвітуть 50 тисяч лілових квітів. Сьогодні в парламенті пройшла перша година запитань до уряду Дениса Шмигаля, який встиг попрацювати лише два дні на новій посаді. Прем'єр-міністр розповів про плани уряду. Зокрема, за його словами, Кабінет міністрів найближчим часом перегляне державний кошторис. Власне, поки в уряді Шмигаля залишаються вакантними чотири посади, в тому числі і посада міністра економіки. Але прем'єр запевнив, що порожніми крісла не залишаться. Щодо формування уряду, в даний момент провожу співбесіди, і уряд буде сформований невідкладно в найближчий час, як тільки будуть підібрані відповідні правильні, якісні і відповідальні кандидатури. Також він ще раз уточнив свою заяву щодо поставок води в Крим. Ми не будемо постачати воду для промислових і військових об'єктів. Знак оклику, і на цьому ми ставимо крапку. Ми будемо постачати в разі необхідності або гуманітарної загрози українцям воду для господарських потреб для пиття. Хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями, ми маємо це забезпечити. Це наш обов'язок перед нашими українцями. Тому це важливо. Смотрим правді в глаза. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Отож, починаємо говорити про перші запитання до уряду. Уряд ще не приступив, але, на вашу думку, заява пана прем'єр-міністра, який спочатку сказав, що Крим – це Україна і в Крим треба давати воду, і зараз таким чином частково дезавоював свої наміри, що будь-то це комерція, або коли може бути екологічна загроза. А ми знаємо, що загроза є, бо тому що понизився рівень ґрунтових вод в Криму, підсохли золовідвали і шлаконаповнювачі на титановому виробництві в Армянську. Відповідно, ті всі хмари всі сунуть на там Новоалексеївку, ну, Генічеський район. На вашу думку, це те, що зараз уже новопризначений прем'єр-міністр почав, скажімо так, продукувати виключно політичні заяви. Що це означає? Ну, давайте подивимось під ґрунтя, бо я б навіть сказала в перше джерело, звідки беруться ці заяви. Якщо ми згадаємо лише цю заяву, пов'язану з водопостачанням до півострова, вона там в контексті, що начебто це частина перемовин, яка пов'язана безпосередньо з обміном. І, там, ну, це депутатка від «Голосу», власне, в парламенті йому задали конкретно. Там багато питань. Так. А з іншої сторони, якщо ми взагалі подивимося, зараз дуже рясно роздаються цитати пана Шмигаля, я думаю, що ми на цьому зосередимось не тільки у зв'язку зі з першим там годиною запитань до уряду, умовно, першою комунікацією між депутатами і новообраним прем'єр-міністром. Я нагадаю, що не було ніяких узгоджувальних процедур між потенційними кандидатами в новий уряд і представниками різних фракцій. Цього не було. Вони змогли поспілкуватися вчора на право на владу. Вони були на плюсах, частково представлені різні політики, які задавали питання прем'єр-міністру. Тобто він тільки робить перші кроки, тільки ступає в інформаційний простір. Якщо захотіти подивитися його, як ви кажете, політичну позицію або еволюцію його політичної позиції, він не так багато дав інтерв'ю. Подивіться, останнім часом всі почали шукати, всі ж почали шукати не тільки компромати і біографії. Але не так багато, як по інших. Взагалі, їм дуже мало діджиталізованих якихось він залишає за собою слідів. Тому зараз з усього будуть виривати окремі фрази, з усього будуть намагатися перекручувати. Саме тому він іде за логікою уточнень в постах і хоча й каже, що це не буде, знаєте, слайдерменів і міністрів у Фейсбуку не буде, але що робить прем'єр-міністр? Він починає використовувати цей майданчик для уточнення власної позиції. Дякую. Пане Максиме, от ваш опонент, ваш візаві, якраз сказала про те, що він маловідомий навіть для Фейсбуку, для Гугла і тому подібне. Скажіть, будь ласка, от дехто вважає, що це плюс? От, власне, для технократа, прем'єр-міністра і для
скажімо, Кабінету міністрів, який мав би не піаритися, а, власне, виводити Україну з тої халепи, каже, це плюс, коли невідомий, коли чисто менеджер. Ваша думка стосовно цих двох позицій? Який прем'єр-міністр зможе бути більш ефективний для України на цьому етапі? Первое, значит, я согласен, что Украине в нынешней ситуации перед новой волной глобального экономического кризиса, о котором все говорят, да, и показатели на фондовых рынках, снижение ставки ФРС в США, тому подтверждение и меры, которые приводят и Европейский Союз, Китай по всему миру государства, говорят о том, что риски экономической рецессии слишком высоки. Очевидно, что это было и причиной столь поспешной смены правительства, потому что негатив Зеленский от этого получит однозначно вдвойне сейчас. Я имею в виду, он не уволил Гончарука после скандала, но уволил достаточно неожиданно сейчас. Сейчас это объясняет, конечно, все-таки изменениями в офисе президента, сменой Ермака на Богдана, который многих своих министров постарался устроить в правительство, чтобы усилить влияние. Но ключевой вопрос. Должно быть в таких условиях, конечно же, правительство технократов, профессионалов, но, честно говоря, у меня серьезные вопросы, являются ли эти люди, если мы их берем не по политическому принципу, не по принципу лояльности, а по профессиональным качествам, действительно лучшими и был ли отбор совершен. По тем слухам, инсайдам, которые ходят, многие отказывались от принятия вступления в эту должность. Да? Поэтому, честно говоря, я хотел бы добавить по воде по Крыму. Ну, мы зараз, власне, розмову по Крыму и по воде мы продолжим. Зараз у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера, прямо в эфире. Будь ласка, не мовчіть, ви в ефірі. Доброго вечора, Віктор Дніпро. Будь ласка. Я хотів би сказати за водопостачання. От дивіться, армія наша, яку народ кормить, поїть, одіває, обуває, кинула людей, вийшла з Криму. Мало того, отрубили людям воду, отрубили електроенергію. Там свата моєго живе мать в Гурзуфі. Це вона розказала, переказала. На її огородіки маленьком три скважини, поки вода пішла. Люди як-то викрутились, розумієте? А тепер, що сьогодні? Геращенко там, потім з голосу оці фашисти сказали, що не треба воду туди проводити. Так а як ми хочемо тоді? Ми хочемо, щоб на колені не поставили за 6 років ні Донбас, ні Крим. Ну і що ми хочемо від людей тепер? Дякуємо. Наш ще є один телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви? Не мовчіть. Здравствуйте, мене зовут Ірина, ми з Донецької області, город Солідар. Градообразуюче предприятие Артем Патрекер. Гончарук внес його в список предприятий, которые... На приватизацію, зрозуміло. Добре, я, у вас дуже поганий зв'язок видно, але ми це питання також розглянемо вже під кутом нового прем'єр-міністра, нового уряду. Отже, продовжимо. Бачите, народ хвилюється, бо всі звикли казати, Крим – це Україна, але коли доходить до того, чи в Криму є українці, українські люди, виходить, що ні, їм не треба води, їм не треба електрики. Отже, ви маєте продовжити, а потім ви теж до теми кримської води. Будь ласка, я вам повідомлю. Так от, к заявленню, да, і прем'єр-міністра, і к вашій репліці, вона, в принципі, корелюється. Ви знаєте, людям, гражданським, так сказати, українцям, які проживають в Криму, води достатньо. Це перший постулат. Причому кримчані, правительство Крыма через федеральные каналы, ток-шоу, лично слышал, постоянно заявляют, что нам, им, вернее, наша вода уже не нужна. Ну, вчера запустил опреснивач. Это один момент. Поэтому говорить о том, что это будет гуманитарная катастрофа, не соответствует действительности. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но главный вопрос,
Тут же смотрите, вот к реплике и оправданию уже премьер-министра. Он говорит, мы не будем воду подавать на военные объекты, мы будем только людям. Мне интересно, как там они новый водопровод построят, чтобы либо там как вентиль там по украинскому паспорту будет получать. Но это просто смешно и это оправдание. И то, что он запустил эту, скажем, фразу, этот тезис на первом же своем фактически публичном появлении на телевидении, говорит лишь о том, что это было условием его назначение на должность. Потому что людям объяснять было намного важнее в первой свой визит об экономической программе, как они будут выходить из этой сложной экономической ситуации, а не радикалізувати общество. Пане Максиме, до чого я веду? Зважаючи на те, що центральну частину Криму це населено в основному кримськими татарами, кремли. І коли ми знаємо, що кримська земля, вона є родюча, але вона не може родити без поливу. І ми знаємо, що всі ті арики, то все залежало, власне, від дніпровської води. І коли зараз дехто тут з радітелів кримських татар кажуть, що татарам достатньо води, а ми знаємо, що сільське господарство, воно може продукувати тільки хіба монокультури, якщо немає поливу, то все ж таки нам треба Крим, як комусь територію, як політикам, чи Крим нам треба повернути людей, які теоретично вже не мали би за що хоча б ненавидіти українську владу. Смотрите, ключевой момент. Моя точка зрения, эти 6 лет лишь убедили в моей точке зрения, что вообще Россия пошла на Донбасс как раз для того, чтобы обменять его потом на Крым. Я имею в виду снять претензии. И поэтому главный момент. Если мы открываем воду, начинаем поставку воды в Крым, а это, подчеркну, является одной из санкций, да, тогда Германия, Франция и другие европейские наши партнеры скажут, мне извините, а почему мы терпим десятки миллиардов долларов ежегодно убытки, если вы не считаете Россию страной оккупирующей? Потому что де-факто и де-юре это будет означать снятие санкций и принятие российской аннексии Крыма. Почему? Потому что нужно же будет договор заключать с российской компанией по поставкам воды. Наш телефонный дзвіночок, але я просто вам би зараз пояснив ситуацію, наприклад, того, що з 1 березня, коли зобов'язала держава Україна перетинати кордон по закордонних паспортах, не російська сторона, а держава Україна, це означає, що вона де-факто визнала, що вона вже, що Крим – це не її територія, сама визнала. І це, до речі, містить, на мою думку, нет, вы манипулируете по одной простой причине. Это правило действует для пересечения границы с Российской Федерацией. Крым, с точки зрения украинского законодательства, является территорией Чонгар, Украины. Красный Чабан, здесь точно это... На КПВВ Чонгар, Красный Чабан, уже без закордонного паспорта не перейдешь. Гаразд, носить телефонный звоночек, а потом за пані Олександра. Доброго вечера, в прямом эфире. Будь ласка. Алло. Так, слухаю вас. Алло. Так, я вас чую, будь ласка, не мовчіть. Задавайте запитання. Хто ви, звідки ви? Я Київ. Я розумію, що питання по поводу води в Крим – це єрунда. Є, хай перепускають сирні реки, є Дон, є Кубань, є що угодно. Хай прокладують труби і тянуть воду. І нічого зазіхати нашу дніпровську воду. Дякую. Пані Олександр, от, власне, накопичилися питання, ще які від глядачів теж. Ну, мені кажеться, що по вопросу води в Криму, я думаю, що дискусії будуть ще достатньо жаркими, це тільки начало дискусій. Вопрос в другому, що артикуляція та вопроси із уст нового прем'єр-міністра тільки усилить. І сезон поливу ще не почався. І возобновить. Ну, давайте тоді просто задумаємося на тему, а готові ли ми взагалі к сезону полива, коли ми знаходимося повністю зараз з головою в земельній реформі. А що зроблено в державній політиці для меліорації, для орошення? Що зроблено для того, щоб наші пастбища
ну, сельскохозяйственные земли имели хороший уровень урожая и были готовы к тому, чтобы, скажем так, и сезон прошел хорошо, и в дальнейшем перспективы были, потому что истощение земель катастрофическое. И я понимаю, что если мы говорим одно дело, это потребление, как было сказано гражданами, другое дело, это технические. Дальше давайте поднимем вообще уровень воды в плане того, а какую воду мы пьем, потому что мы же пьем даже не питьевую воду, мы пьем техническую воду. Это оголяет огромное количество вопросов, не только связанных с Крымом, а вообще. Ну, и хотелось бы, чтобы политики имели на них ответы. Не только мы с вами, как граждане, понимали, как бы, насколько это остро социальный и остро политический вопрос, но и политики понимали, что мы хотим ответов. Правильно? Ваша точка зору, Криму можна давати воду на якихось чи комерційних, чи політичних домовленостях? Я полностью согласна, что сейчас это вопрос переговоров. Давайте понимать, что не стоит вопрос давать или не давать. Вопрос давать взамен на что, или если не давать и продолжать не давать, то почему. Вот так стоит вопрос. Вопрос, который задала предыдущая зрительница, касающийся Артем Соли и ряда предприятий. Смотрите, я думаю, что, конечно, неким таким финальным жестом, подарком от Гончарука мы увидели некий список из нескольких сотен предприятий, которые, скорее всего, идут с молотка и будут подвержены приватизации. Но давайте посмотрим на другой вопрос. Нам сказано, что у нас, скорее всего, появится в новой архитектуре власти отдельно взятый министр, отвечающий за промышленность. Тут вопрос, что он будет улучшать, возобновлять, не знаю, там, где нажмет кнопку рестарт, если действительно это будут частные предприятия или уже являются частными. Если есть государственная политика в сфере непосредственно промышленности, то на какие объекты она будет направлена? То самое министр экономики еще не признал. Вообще экономический блок у нас пока хромает, и во многом, когда задавали вопросы, тогда еще премьеру Гончаруку о том, что почему идет колоссальный спад промышленности. Это задавалось и напрямую в вопросах к правительству, и во время промежуточного отчета, и на согласительных советах. Неоднократно этот вопрос поднимал Юрий Анатольевич Бойко, глядя в глаза. Не получали прямых ответов, долго виляли. Констатируется факт уже, да, спад промышленности. По отдельно взятым областям, допустим, Харьковская область показывает нам спад 15%. Если мы посмотрим вообще все промышленное сердце Украины, а это у нас в целом около 30% всей экономики страны. Это ключевой момент. Какие действия, какая политика в этой сфере? Опять-таки, если такой спад будет продолжаться, это несколько процентов ВВП. Это значит, скажется на всех любых выплатах, все, что связано с бюджетом. Поэтому то, что сказал Шмыгаль, корректировка бюджета приоритет, однозначно. Понимание того, если мы условно восстанавливаем промышленность, то какую, на каких условиях, какие вливания, и будет ли политика протекционизма отечественного производителя, она будет или ее не будет? Тут уже тоже вопрос идеологический. Дякую, у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечора, прямо в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, слухаємо вас, питання, будь ласка. Я би хотіла задати вопрос, що роблять в депутатах кримські депутати? 4 роки, 5-й чи 6-й, навіть збилося з рахунку. Что они там делают? Защищают крымских татар? Я не против них. Но ни один из них ни разу не вспомнил о русских, о украинских людях, которые там живут. Херсонскую область топит. Почему не дают воду? Или такой дебилизм? Я не пойму. Дякую за запитання. И знаете, я бы под тем кутом, я хотел бы, чтобы продолжилась дискуссия, что Крим, по суті, самі віддавали тоді в 2014 році. І зараз тим, що ввели зобов'язання тільки перехід з закордонними паспортами, по суті, визнали, що Крим не актуальний зараз. Чи це не є, на вашу думку, якась геополітична домовленість? Між ким? Ну, наприклад, між Сполученими Штатами, Європою і Путіним. То есть вы вообще не берете, не рассматриваете как участника. Смотрите, есть серьезные основания полагать, учитывая, что этот тезис вбрасывался совсем недавно лидером фракции Арахамии про воду в Крым, да, в обмен на Донбасс, отвод войска России. Сейчас, в первый же вечер, премьер-министр этот тезис озвучивает. Есть серьезные основания предполагать, что это была договоренность
не только Зеленского, скорее всего, нового главы офиса президента Ермака с Россией о том, что воду будут они нам давать и почему в такой сложной ситуации это вбрасывается и начинается обсуждение в обществе. Я хотел бы добавить еще, тут, знаете, в этом году очень все радовались, что у нас такая теплая весна, и мы сэкономили много денег на газе, да, что был дешевле. Но не учитывают, возвращаясь к вопросу воды, что не было снега. Все водохранилища, реки, они недополучили серьезные ресурсы воды. Поэтому дай бог, чтобы у нас у самих не было засухи. Потому что здесь не только проблемы промышленного производства, о которых говорила Александра, так где у нас спад 5% уже наблюдается за последние месяцы, в целом за последние полгода. Но и другой источник наполнения нашего бюджета – это как раз экспорт агропродукции. Так что если эти две тенденции наложатся, я имею в виду, то есть кризис мировой, рецессия, невостребованность нашей металлургической продукции, химической продукции, которая около 30%, и агропродукции, тогда это будет вообще коллапс в экономике. И нам точно будет не давать... И эту воду в Крым припомнят те же жители Херсонской области, где там будет, возможно, будет засуха. Поэтому нужно всегда думать в первую очередь о себе. И главное, наша поставка воды в Крым, я бы сказал, это последний рычаг давления на Российскую Федерацию. Когда мы сейчас видим обстрелы того же Золотого 4, то есть те пункты разведения войск, обмены, которые были неадекватными, несовместимыми, и уступки постоянной украинской власти российской стороне, если они еще и пустят воду в Крым, то все о нас забудут. И Европа с радостью, и Соединенные Штаты, если Дональд Трамп сохранится, снимут санкции, и мы останемся один на один дякую, с Кремлем. Дякую, пан Максиме. Ну, як політолог-міжнародник обминув питання моє про те, що про закордонні паспорти, вам як політологу, кандидата філософських наук. Власне, на такій самій аналогії, коли Придністров'я, до цих пір там на КПВВ стоять не прикордонники, стоять поліція. Таким чином Молдова показує, що вона не визнає факт анексії Придністров'я. У нас, скажімо, чи сторони КПВВ по Донбасу, по лінії розмежування, чи в Криму стоять прикордонники. Тепер ще й вимагають закордонні паспорти. Руслан, я думаю, что и Максим, и я, мы хорошо услышали вас относительно паспортов, так же, как и наши граждане. Но вопрос в другом, что это не только вопросы политические, это будут во многом вопросы и манипулятивные. Я вам просто скажу, что, допустим, идея, и диалог, и дискуссия по поводу загранпаспортов на пересечении с Российской Федерацией точатся уже последних 15 лет как минимум. Мы имели полное право пересекать эту границу как по государственному паспорту, ну, по синему так, и имели и по загранпаспорту. Оба документа позволяли нам пересекать границу, потому что кто как себе это чувствовал, да, так и мог и тогда и пересекать. Вопрос в том, что пошли ограничительные меры. По вопросу Крыма, на самом деле, давайте просто посмотрим, сколько трудностей имеют граждане для того, чтобы просто пройти, начиная от логистических, сколько надо сделать пересадок и остальные, чтобы это была самая большая проблема относительно большой сделки. Смотрите, была попытка господином Зеленским вернуть вопрос Крыма в повестку дискуссии перед встречей в Париже. Было очень много разговоров о том, что давайте через запятую добавим в нормандском формате еще и вопрос Крыма. Ну, поговорили, на этом закончилось. Во-первых, это не предмет этих дискуссий. Во-вторых, нормандский формат страхует минские договоренности, Крыма там нет, мы понимаем. Поэтому все за вопрос и наших телезрителей во многом вернется Крым в дискуссию, не вернется, зависит только от того, как Украина будет себя позиционировать. Мы сейчас стоим на, скажем так, пороге возможности второй встречи в Берлине. И видим, что эта встреча потихоньку сползает по ряду других вопросов. Я не исключаю, если двигаться по той логике, которую предложил Максим, что есть какие-то попытки нащупать, да, договоренности и с Российской Федерацией в том числе и предлагать им что-то взамен. Поэтому я делала уже акцент, что господин Шмыгаль может нам говорить о поставках воды взамен на что-то. Вопрос в другом, что в открытом доступе нет ответа
толком на что. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы прежде чем наш президент ехал и договаривался с лидерами нормандского формата, мы понимали, с чем он туда едет. Ну, козырь, условно... как пан Максим сказал, козырь в кишені у него будет выглядеть кримской воды. У нас есть телефонный дзвіночок. Доброго вечора, в прямом эфире. Добрый вечер. Студия пенсионер Юрий из Краснодона. Вот. Ну, я, во-первых, и Александру, и всех девочек поздравлю с днем весны, с наступающим. Спасибо большое. Вот. И вот Зеленский недавно встретился с послами G7 о курсе Украины. Вот что они ему там советовали, не знаем. Это значит, что курс не изменится Украины. Вот. А где ж народовладье, которое обещал он? Где совет народа? И к Яли я хочу вот, сказать, я с неподконтрольной. Вот ты бросаешься все время, воюете с Россией. Сегодня в Стаханове простились с героем Донбасса, который 63-го года мужчина, понимаешь? Его убил снайпер украинский. Мы-то знаем, с кем вы воюете. Зачем вы Россию приплетаешь? Ты. Ну, каждый имеет свою точку зору. Мы с вами напомните, когда мы с вами на брудершафт пили последний раз. Ну, гаразд. Ну, это... Давайте переходим до наступної теми. Та я отвечу, не замість Руслана Рибошапки Віктор Чумак. Саме він тимчасово виконує обов'язки Генерального прокурора України, якого вчора на позачерговому засіданні парламент відправив у відставку. Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити. Його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду для того, щоб повернутися. Тимчасово виконуючим обов'язки генпрокурора мав би стати перший заступник Рибошапки Віталій Касько, та він написав заяву на звільнення. Нового генпрокурора парламент обиратиме не раніше, ніж за тиждень, оскільки наступного тижня депутати працюватимуть у комітетах. Серед кандидатур – народний депутат від «Слуги народу» Сергій Іонушас та Ірина Венедиктова, яка наразі тимчасово виконує обов'язки голови Державного бюро розслідування. Зараз якраз ми переходимо до цієї теми. У мене, ви знаєте, також у нас є якісь стосунки. У мене з прокуратури є просто саме свіжа інформація. Сьогодні мені перезвонили. У мене, мабуть, у вівторок перше засідання в Коломийському суді по будь-якому і державну зраду. Сказали, прокурор захворів. Уявіть собі, квитки я взяв для себе, для адвоката. Звідси мала знімальна група їхати. Все, просто захворів. Хоч з іншого боку, депутат Тетяна Миколаївна сказала, може це вони хочуть політично вирішити, поки ще не почали заслуховувати свідки сторони обвинувачення. Але зараз стосовно того, що Віктор Чумак, виконуючий обов'язки, ми знаємо купу компромату, ну ви знаєте інсайдерської інформації про пана Віктора, яким чином він там собі оформив ту виплату як військовий прокурор і тому подібне. Чи ви вважаєте, що це нормально, коли прокурор не підготував заступників і завжди вибирають заступників прокурора зовсім з сторони, без так званої інституціоналізації, без преємственності? Смотрите, я думаю, що в то, що ми маємо зараз в Офісі Генеральної прокуратури, определенной, возможно, не ту расстановку сил, как хотелось бы самому Рябошапке, слишком все стремительно происходило, несмотря на то, что подготовка и даже, скажем так, вбросы информационные, что Рябошапка пакует чемоданы. Мне кажется, он их паковал, распаковывал, снова паковал. Слишком долго держали эту некую интригу. А в дальнейшем, когда он уже думал, что даже его фотографии, вспоминали про послов G7, что даже его фотография с послами западных государств позволит ему сидеть в кресле, оказалось не совсем так. То есть расчет был иной. По поводу разных инсайтов, переписок, сливов и реакции, мы видели, что Рябошапка крайне недоволен, и во многом выпады на слуг народа, да, и как бы колки, обмен колкостями, это все показывает, что не было понятной траектории решения этого вопроса. Во многом и слуги решили сделать более резкий выпад, потому что даже вот общаясь с депутатами «Слуг народа», у них не было заседания фракции, на котором выносилось бы заранее вопрос по Рябошапке. Поэтому, в принципе, они голосовали, как хотели. Другой момент. Мне кажется, и вот это и к Чумаку, и к Касько, и к самому Рябошапке. Мне кажется, что вот в этой смене, в ротации или в том расстановке сил, которую мы сейчас получили,
Не последнюю роль сыграл господин Портнов и его коллеги, которые показывали, да, всячески и в СМИ, и у себя там на телеграм-каналах о том, что реально происходит в Генеральной прокуратуре. Где есть бездействие, а где есть покрывательство, а где есть недочеты. Поэтому, мне кажется, широкое информирование общественности, да, это уже даже инсайтами. Вы считаете, что Дубинский и Бужанский, это и тоже команда Портнова? А, кстати, сегодня, по-моему, сегодня, не ошибаюсь, или вчера, госпожа Смоглюк-Василевская поблагодарила, кстати, Портнова за то, что он очень хорошо им помогал. Я думаю, что есть определенное взаимодействие между этими группами и некий такой, как бы, если не сказать консенсус, да, то, по крайней мере, они не враждуют. Дякую. Пане Максим, как раз, власне, по відсутності інституціоналізації, при зміні прокурорів і, власне, те, що 147 проголосувало «Слуг народу» тільки. Чи це означає, що сипеться монобільшість? Ну, це ще один камінь. Давайте по черзі. Значить, що стосується інституалізації, як ви виразились, складним терміном для зрителей власті. На самом деле, этот процесс начат з 2005 года, з президентства Ющенка, когда на топ должности генерального прокурора, СБУ, министра обороны начали назначать не профессионалов, а по политическим предпочтениям людей без какого-либо опыта, что привело к эрозии не только наших правоохранительных органов, но и всего государственного аппарата. Вот вам пример сейчас, что не могут найти министра экономики. Почему? Потому что люди, которые обладают квалификацией, знаниями, они прекрасно понимают, что никакого результата они продемонстрировать не могут, потому что это не команда, это не пример, который... Посада камикадзе. Посада камикадзе. Все, что они могут, это спалить свой рейтинг, если он есть политический, либо там навредить деловой репутации, если это бизнесмен. Поэтому здесь этот процесс, я бы так сказал, он приходит к финишной прямой. То есть я бы так сказал, если мы берем ключевые государственные институты, то на момент 2019 года единственный легитимный институт власти, я имею в виду там Верховная Рада, да, законодательная, судебная, исполнительная, ну фактически легитимным был только институт президентства Порошенко при всех нюансах. По крайней мере, кто-то его уважал, кто-то обожал, кто-то ненавидел. Но, тем не менее, все его воспринимали как президента. Сейчас происходит делегитимизация и института президентства, в чем я вижу очень серьезный риск. И если волна, не если, а когда волна накроет, вот к вопросу, почему сейчас в этом правительстве из экономического финансового блока убрали так называемых «соросят», ну это такой термин, понятный всем телезрителям, активно в средствах массовой информации он последние там месяцы, даже годы фигурирует. Это говорит о том, что потеряли влияние транснациональные корпорации в спекулятивный капитал. И уже там пошла информация, что они рекомендуют продавать евробонды. Вот когда это посыпется, тогда будет всем... Мы ощутим все эти, как говорится, негативные процессы все вместе. Дякую. Сразу. Дякую вам. Доброго вечера. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Это Константин Киев. Я очень доволен, что сегодня такая прекрасная, как говорится, передача. И я хочу прежде всего поздравить Расмодилову с праздником 8 марта. Я ей желаю счастья, благополучия, самое главное, любви. Я просто доволен. Она когда появляется на эфире, как-то становится светлее, ясно и благополучно в нашей жизни. Спасибо. Я хотел бы сказать, что у нас впереди очень сложный, непростой год. Я хотел бы сказать еще об одном. Вот это предыдущий вопрос, который был связан с водой. Значит, я лично знаю Владислава Владимировича Гончарука, который заявил о том, что мы сейчас находимся на уровне катастрофы страшной. Значит, ведь когда произошла Чернобыльская катастрофа,
дамбу, которую формировали тогда, и срочно хотели залепить ситуацию, как говорится, проникновения радиоактивных отходов по Днепру, значит, забросили очень много муки, по-настоящему, как говорится, мукой закупорили распространение радиоактивных отходов Чернобыльской трагедии. И если сейчас она вымывается, если сейчас эта вода, зараженная радиоактивными отходами, рухнет по Днепру, мы получим страшный коллапс. Украина вообще превратится в страну без воды. И то, что сейчас Украина лишает наш прекрасный Крым воды, это нацистское, как говорится, преступление. Его нужно остановить. Дякуємо. Ну, нам тут зупиняти не треба, але дякую, що ви активні і дивитесь. Ми йдемо далі. Обмін полоненими може відбутися в найближчі тижні. Про це сьогодні розповів президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, на 11 березня вже запланована зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську. Ми працюємо над тим, щоб у нас був обмін в березні. Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч в кінці квітня. Я думаю, що все це відбудеться. Ми над цим, ну, серйозно працюємо. Мені здається, що в цьому питанні, в питаннях обміну і в питаннях таких важливих зустрічей, мені здається, що у нас з вами є повна довіра, тому що ми вже це, мені, як мені кажуть, здається, ми це показали неодноразово, що ми забираємо наших людей. Раніше Володимир Зеленський заявив, що українська влада веде переговори про повернення 200 українців. Починаємо обговорення. Вічно звідкись появляється знову черговий раз, коли ніби обміняли всіх на всіх, знову обмінний фонд появляється. Чи це вже на цього разу вже будуть не політичні, не полонені, а може будуть кримінальних злочинців міняти? Ну, давайте не спекулировать. Мы обычно меняем всех установленных на всех установленных. Процесс установления, да, он тоже занимает время, поэтому фонды пополняются, но и плюс таки и негативная статистика. Пані Олександра, кожний в'язень, я знаю на своем прикладі, має особову справу. Это понятное дело, но есть же политический фактор, давайте тоже понимать. Поэтому не всех, даже тех, кого хотели обменять, попадали в эти списки и были их фамилии условно вовремя установлен. Ну и, скажем так, и фонд пополняется, этот фактор тоже не будем убирать. Те акценты, которые расставляет президент Зеленский, они не впервые звучат из уст, и мы понимаем, что как раз я уже поднимала тему о том, что встреча в Берлине может сползать по определенным моментам, даже по временным факторам. Я думаю, что попытка очередного обмена – это некий такой компенсатор, который позволит показывать деятельность на фоне того, что ряд других обязательств, которые были приняты и оглашены в коммюнике парижском, выполняются с трудом. Именно поэтому акцент сейчас делается именно на возможном обмене. Вопрос в другом, ну, скажем так, достаточно ли этого будет как внутри государства Украины, так и достаточно ли этого будет членам нормандского формата для того, чтобы говорить, что все-таки, ну, если не получается встретиться и практически поговорить о важных, наболевших, потому что дедлайны в 4 месяца, которые были даны в Париже, они истекают очень быстро, а украинский парламент не перешел еще и не придвинулся к ключевым голосованиям, да и, скажем так, и нельзя нам констатировать, что успокоилась ситуация непосредственно на самом Востоке. Вы знаете, что горячая фаза, и непосредственно продолжаю стрелять, есть погибшие, ряд других. Поэтому вся вот эта вот негативная статистика дает нам убеждение того, что, скорее всего, обменом постараются прикрыть эти проигрыши. Ну и для президента это достаточно качественная пиар-акция. Гаразд, да. У нас есть телефонный звоночек, потом вам надам слово. Доброго вечера, прямо в эфире. Доброго вечора. Доброго вечора. Я хотів би сказати, аби так почастіше були піар-акції, щоб вилавлювали по 200 полонених. Ви знаєте, вже затяжний плен, 5 років чи 6, це вже сім'ї заждалися. Я хочу сказати ще за генпрокурора, риба шапки далі по шапці, по ділом, тому що не риба, не м'ясо, мелочь пузату лови, а нормальних таких, як Парубій, Порошенка, Свинарчук, не трога, очі закрив. За воду я хочу сказати теж. Кум живе на Херсонщині.
женщины воду тупо сбрасывают воду, там болото уже стоят. Ни сам не гам, ни другим не дам. И я скажу, Руслан, может у вас информации побольше? Сегодня на одном из телеканалов сказали, что поздно ночью пришли до Дениса Анатольевича активисты. И, наверное, такие, как Бужанского встречали с битами, пришли поздно ночью, поэтому он дав трошки заднюю, ну вы разумеете, заднюю, то, что, наверное, людина злякалась. Дякую. Ну, це, давайте таким чином, не будемо поширювати чутки, бо це, знаєте, ми так дійдемо до теорії змови. Повертаючись, власне, до теми обміну полонених, і звідки, на вашу думку, появляється обмінний фонд кожен раз регулярно? Нет, ну смотрите, обменный фонд чей? Понимаете, потому что я имею в виду с двух сторон. Ну, нет, потому что с двух сторон, потому что вот недавно там было сообщение, были задержаны там диверсанты, которые там убивали наших военнослужащих. Жінці в ЛНР дали 12 років за державну зраду теж, с той стороны. Да, в том же Крыму задерживали на КПП, да, вот, поэтому это другой вопрос. Смотрите, то я хотел бы разделить, то, откуда берется обменный фонд, всем известно, для России набрать его новых, это абсолютно не является проблемой, особенно в ДНР, ЛНР. Сейчас, я напомню, уже выдвигает подозрения тем лицам, фамилии сейчас не помню, которые издевались над другими заключенными, да, Авсеев, по его предоставлению информации. Поэтому кого там еще нам возвращают, это большой вопрос. Я там тоже знаю одного, даже там, скажем так, моя знакомая была с ним замужем, и что это за аферист, я прекрасно знаю, который уже в «Слуги народа» устраивается. Для Зеленского просто, если мы берем эти полгода, эти два обмена, особенно первые, когда освободили Сенцова, это были самые большие пиар-акции, самый большой его успех, который отобразился на его рейтинге. Сейчас, естественно, он к этому заинтересован. Условно говоря, тут с психологической точки зрения один момент, да, учитывая, что он актер, привык к овациям, аплодисментам и шел в власть, он точно не для того, чтобы объяснять всем, что он не лох, условно говоря, да, а для того, чтобы войти в историю. Сейчас ситуация совсем диаметрально противоположна. И для него это единственный способ перед Новым годом обмен. Также это подтвердил, после этого был после падения рейтингов опять всплеск активности и поддержки. Он сейчас таким образом пытается перекрыть, подтянуть свой рейтинг, потому что никаких успехов в экономике нет и, к сожалению, не предвидится. Другой вопрос, что в Кремле также прекрасно это понимают, поэтому они регулярно пополняют этот обменный фонд. Вы посмотрите биографии этих людей, таксистов, перевозчиков, обыкновенных, да, просто без суда и следствия приговоры выписывают на множество лет. Для них это вообще не проблема. Если они видят, что мы, условно говоря, ведемся, Зеленский, да, они это прекрасно используют. Дякую, есть менталитет, понимаете? Дякую, жестокость во время войны является преимуществом. Наоборот, проявление чувств, которые Зеленский, как нормальный, подчеркну, человек, да, он правильно поддерживает, тем мы отличаемся, пытается забрать людей, Зеленського на этом играет. Дякую. Вот и все. Дякую, я Зеленського в тому плані підтримую, бо я сам колишній в'язень, знаю, що гірше тюрми і полону може бути тільки смерть. І тому це дуже позитивно, нехай на цьому і піариться. Єдине, кажу, стосовно моральності, наповнює нас цього фону. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір, прямо в ефірі. Якщо можна коротко. Да, добрий вечір, пане Руслан, в Горській студії. Это Краматорск. Так вот, ребята, я хочу по поводу обмена сказать два слова. Вот предыдущий обмен перед Новым годом, ну это, знаете, какой-то бордельеро какой-то. Украина отдала 170, забрала 56. Вы употребляете тезу военнопленные. Так, ребята мои дорогие, а харьковские убийцы, которые взорвали мины на марше, это разве военнопленные? А Беркут, это разве военнопленные? А те, кто закладывали мины под железную дорогу мосты, это что, тоже военнопленные? В Израиле за одного солдата видал 2000 палестинцев. Да, я заканчиваю, пане Кацаба. Да. Вот, понимаете, я знаю, как все это произошло еще до поездки из Зеленского во Францию. Его Путин, так скажем, красиво нагнул этим пленом, военным пленным, этими делами. Ну, это позорище, понимаете? Отдавать убийц и хвастаться, что я отдам 100 беркутцев за одного украинца. Вы посмотрите, кого взяли. Взяли всего лишь 12 человек военных. А пленных можно набрать в ДНР за день. Миллион можно набрать, понимаете? Ну, это, дякую, это... дякую, дякую вам. Тем более, я вот продолжу мысль телезрителя.
те же военнопленные, немногие, и военных, которых нам отдали, тот же Авсеев, они сообщали, что множество там пленных, именно военнослужащих, которые не регистрируют, которых они не признают, что они находятся так, там, ну, и так далее, и так далее. Поэтому берут таксистов, перевозчиков, а забирают, обменивают их на беркутовцев, террористов, которые реально убивали людей. У нас час уже обмаль, тому на завершення позитивна новина. На Закарпатті розцвів шафран. Величезний килим стендітних квітів розкинувся на 20 гектарах дендропарку «Березинка». 50 тисяч лілових шафранів розквітають просто на очах. До речі, спеція, яку виготовляють з цих дивовижних квітів, дуже дорога. Один грам шафрану дорожче 1 граму золота. І на такій позитивній якраз новині ще хочемо привітати нашу квіточку, наш крокус шафран, який в нас тут в студії. І з ним весни. І настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були прекрасний політолог, розкішний кандидат філософських наук Олександра Решмеділова та політолог-міжнародний кандидат політичних наук Максим Ялі. Дякуємо їм за розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.